Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. И с вами Лариса. Гацания – это низкорослый неприхотливый цветок. При особых условиях выращивания живет не один сезон. Зацветает вскоре после посадки в открытый грунт и открывает соцветие при ярком солнышке, за что его нежно называют полуденное золото. Как выращивала рассаду, говорила раньше. Кому интересно, внизу под видео оставлю ссылку. Теперь же рассада выросла, и ее пора пересаживать в открытый грунт. Листья у гацании растут из одной точки, как кустик. И сажать его нужно, не заглубляя, именно до точки роста. Первая половина мая – отличное время для высадки гацании в открытый грунт. Она не боится яркого палящего солнца, но и к холоду довольно устойчива, и ночные легкие похолодания не нанесут особого вреда. Лунки делаю неглубокие, так как я уже говорила, заглублять не нужно, только до прикорневой розетки. На дно лунки кладу понемногу комплексного удобрения и, конечно же, золы. Немного перекапываю. И поливаю. Хорошо увлажненные растения устанавливаю в лунки и присыпаю до точки роста. Приминаю вокруг и поливаю. Уход за гацанией не сложен. Рыхление вокруг, умеренные поливы, удаление сухих листьев и соцветий. Это простимулирует дальнейший активный рост и цветение. Желаю всем удачи! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока!